Здравствуйте, дорогие друзья! С вами снова я, Махараджа Александр, и моя драгоценная жена Арчена. Здравствуйте! Арчена – это ясновидящая из Индии. Арчена – это человек, который путем глубоких медитаций получает божественные послания на самые важные проблемы современности и делится этими посланиями с нами. Сегодня мы поговорим о возможности глобального кризиса уже этой осенью 2021 года и возможности перехода в некое новое состояние людей, в некое новое измерение. Мы получили от наших зрителей, от наших подписчиков наиболее преданных, мы получили не один, а несколько, много вопросов с этой темой. Людей волнует, что они где-то слышали, от кого-то слышали, что уже осенью этого года, 2021, на Земле произойдут важнейшие события. Что, во-первых, где-то в середине сентября ожидается силами зла, естественно, полное отключение электричества на Земле, что не будет вообще электричества какое-то время на Земле, все погрузится во тьму ради реализации тайных планов этих сил, и что именно этой осенью начнется тот глобальный переход, о котором и Арчена уже не раз говорила, а именно переход людей просветленных, людей подготовленных к этому, в новое состояние энергетическое, когда сменятся вот эти вот глобальные энергии и сменится само состояние людей живущих. Конечно, в лучшую сторону тех, кто готов, тех, кто дорос до этого, то в лучшую сторону, в сторону более духовного бытия и, соответственно, более счастливого бытия. Вот об этом мы сегодня поговорим с Арченой. Но прежде чем я об этом скажу, я в нескольких буквально словах я напомню, что YouTube удалил несколько наших видео, в которых мы говорили на тему вот этой всеобщей, всепланетной заразы, которая шествует сейчас по Земле, укольчиков, которые людей сейчас везде вынуждают делать. Поэтому в целях сохранности связи с вами, дорогие наши зрители, мы завели запасной канал, просто чтобы не потеряться, если действительно YouTube реализует свою угрозу и удалит вот этот вот наш основной канал, то чтобы быть с вами на связи, пожалуйста, под этим видео ссылка, зайдите и подпишитесь на наш новый канал для сохранения связи между нами. Там же, на новом канале, я обещал, и я опубликую видео о том, как мы с Арченой сумели таки в итоге исцелиться от этой всепланетной заразы. И я, как и обещал, опубликую это видео, но я просто жду, чтобы набралось побольше подписчиков, чтобы эта важнейшая тема достигла большего количества людей. Поэтому, пожалуйста, заходите под этим видео по ссылке и подпишитесь не только на этот наш канал, конечно, на этот тоже подпишитесь, но и на наш новый канал. Я хочу сразу поблагодарить Арчену за то, что она нашла время для записи этого видео, потому что у Арчены сейчас очень много заказчиков и заказчиц, которые обращаются к ней за индивидуальной диагностикой, за просмотром важнейших проблем и нахождением решений для этих проблем для них, за ясновидением, за исцелением. И Арчена нашла время вот для того, чтобы ответить на эти многочисленные вопросы наших зрителей и подписчиков о глобальном переходе осенью этого года и о возможности отключения электричества по всей Земле. Благодарю тебя, Арчена. Итак, перейдем к теме. Many of our viewers, subscribers ask about this autumn, which is coming. That in this autumn will be some global transition of energy in our planet, and in the same time it will be catastrophe time because of electric power will be cut off in all the planet, mm-hmm. and all the planet will come for some period of time in darkness. Many people worry about this, and what you see about this, what you can say for our viewers about this? Mm-hmm. There is nothing to be, first of all, there is nothing to be worried about. Во-первых, сразу хочу сказать, что не надо волноваться по этому поводу. Mm-hmm. And one thing which has to be deeply understood is that transition doesn't happen in overnight.
одно надо сразу понять очень четко. Никакие переходы за одну ночь не случаются. And even more, the truth is that they are certain collective group which are who are spiritually ascended. Есть группа людей на земле, которые духовно уже поднялись высоко. It's not a group, but rather it's a collective. Это не то, что какая-то одна группа, а это они распределены коллективно в разных местах. And there is other collective who are fully and totally plugged into the 3D. И есть огромная масса людей, которые целиком и полностью погружены только в материальную жизнь. And they are another collective who are now ascending to this higher frequencies. И есть третья группа, которая сейчас как раз идет по лестнице восхождения к духовным ценностям. So every collective, its collective means its consciousness, the collective consciousness. И каждая из этих групп имеет свой уровень сознания. And they are different consciousness which are in the ascension mode. Not every consciousness is at the same frequency. Все эти группы, они распределены совершенно по разным уровням развития сознания. Они не единое целое. And transitions, like I said, it doesn't happen in the overnight because this is a very deep process. И как я уже сказала, никакие переходы в одну ночь не происходят. Это очень глубокие процессы. As there are many souls, the new souls who have come on the planet Earth, and they want to experience in every aspect, the physical, the material world here. And these souls, they are far away from the transitions or awakening. Среди нас есть много душ, которые переживают лишь свое первое воплощение, которым надо пройти через свои материальные радости, материальные ценности, они еще бесконечно далеки от процесса восхождения. And transitions, they are kind of like a portals. Переход – это своего рода портал. And transitions are happening from time to time, at the right timings. И переход этот из портала в портал, он происходит только во время, когда созрела для этого душа. And particularly that what they have said about the whole world will be going into the darkness on this particular month, this will not be happening all over the globe. И то, что кто-то говорит о том, что якобы осенью весь мир пойдет в этот переходный период, нет, глобального этого не произойдет. But what will be happening, I see, in the region of Russia? Sorry, то есть electricity will be not cut out everywhere in the world? No, it will not be cut off. То есть я специально уточнил, то есть не будет вот этого всепланетного отключения электричества. Нет, Арчена говорит, не будет этого всепланетного отключения электричества. But it will not be happening on the global scale, but there will be some parts of the regions where the power will be shut down. Но будут некие регионы, в которых может быть отключено электричество. And what I see on the region of Russia. So what will be happening on the region, in this region, in the eastern part of the Europe, that is particularly about Russia, in this region there will be no internet for few days. I see there will be a disconnection in these days. То, что касается России именно, то я вижу, что в этот период, в период середины сентября, возможно отключение интернета на несколько дней. And there will be a lot of disturbance due to the power cut in the internet, which is upcoming event it's like in the middle of September. То есть я вижу, что будет много таких проблем, связанных с отключением интернета, да, это может быть в России есть такая высокая вероятность в середине сентября. And this event is most likely to happen. И есть большая вероятность, что это действительно произойдет. А почему, собственно, именно в середине сентября? What is the reason? What will be? The reason behind this event is that there are some political dilemmas which are taking behind the closed doors here. Ну, это какие-то политические игры, которые разворачиваются за закрытыми дверями. And these energies are deeply connected with the politics.
Эта энергия очень глубоко взаимодействует с политикой. So people have to bring a little bit of their awareness into the energy of politics. Люди должны несколько пробудиться касаемо политики. The energy of politics itself by the nature, it is a very inferior, complex nature. Политика по своей природе тревожна, полна сложной природы. Because very deep inside themselves, they feel utter emptiness. Поскольку сами эти политики внутри себя, они испытывают огромную пустоту. And the deeper roots is that very deep inside themselves, they are very afraid of their nothingness inside. В глубине себя они страшатся той пустоты зияющей, которая в них есть. And also, they are in denial of this emptiness which they feel inside. И также они отрицают ту пустоту, которая есть внутри них. And they also, they cannot accept. И они не могут этого принять. And due to this deep emptiness they feel inside and they don't have the courage to face inwards, they fill this gap through power, through politics, through different, you know, to different fields. Не в силах совладать с той пустотой, которая гложет их изнутри, они проецируют эту силу на внешнюю, а не на внутреннюю сторону, пытаясь контролировать мир вокруг них. And politics doesn't have the deep roots. Политики не имеют каких-то глубоких корней. And also, all politicians, they don't have this higher perspective of consciousness. И все политики, у них нету на самом деле никакого высокого сознания. And the energy of the politicians, it is a very it is the energy of stubbornness. Я вижу там у политиков огромную энергию упрямства. A politician merely has a survival consciousness. У политиков есть как бы ум, вот как выживать. Вот это у них четко есть. This kind of consciousness can be found in animals, in every kind of living beings on the planet Earth. Но это сознание, которым оперируют точно так же и животные, и все прочие, как выживать. But it's not the right consciousness. Но это не та, не то сознание, которое сопряжено с духовностью. And no politician can be radical either. Но нет худа без добра. Because radical means to be concerning about the roots. Политики редко заглядывают в самую глубину происхождения проблемы, не копаются там в ее корнях. And there is a deep lacking of understanding how about the wholeness, about the unity, about the existence, how everything is interconnected. Они не понимают, как все разные проблемы, разные вещи связаны между собой и взаимодействуют. Они не видят это с самой высокой перспективы. It is just a modern world by the modern perspective. Для них проблемы плоские, земные, требующие элементарных решений, элементарного понимания, элементарных решений. Since there is a, you know, certain group of people who are ruling the world in the name of politicals, These people are the ones who are the unawakened ones. Те люди, которые управляют этим миром, которые назвались политиками, они как раз абсолютно не пробужденные духовно, они как раз очень материалистичные, приземленные люди. And this is one of the reasons why the misery is still continuing on the world. И это как раз одна из причин, почему все те же самые проблемы снова и снова повторяются в мире. And also, this is one of the reason why these miseries are being multiplied every day as time goes by. И это как раз одна из причин, почему эти проблемы крутятся и крутятся, повторяются и повторяются. So, when people understand the depths of the politicals, when they see behind the scenes or when they see through the Maya, through the spell. Когда люди понимают истинную глубину политиков, когда они могут заглянуть в эту иллюзорную майю, этот обман. People will have vision to see that this society is based on the power over others. Это общество основано на власти одних над другими. So this is
Like I said from the very beginning, these are all the inferior complex nature which is playing out on the world stage. Политики, как я уже сказала, это нижняя сложная природа, которая далека от высоких сущностей. So don't wait for someone else to make your lives better. Так что бесполезно ожидать, что кто-то сделает вашу жизнь лучше. Take the responsibility for yourself and take your power back in making your life better. Возьмите ответственность в свои руки и делайте сами свою жизнь лучше. Ну что ж, давайте поблагодарим Арчену за это важнейшее послание. Спасибо, Арчена. Пожалуйста, поставьте ваш лайк, напишите в комментариях все, что вы думаете по этому поводу. Подписывайтесь на наш канал. Обязательно поделитесь этим видео в социальных сетях. И до новых встреч на наших новых видео. Намасте.